Рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона продолжает стремительно падать. За август уровень доверия граждан к нему рухнул на 14%. Это результаты ежемесячного опроса Французского института общественного мнения. По его данным, только 40% респондентов довольны работой Макрона, другие ему не доверяют. Накануне стало известно, что за 3 месяца на посту президент потратил 26 тысяч евро на макияж. Также граждан возмутило желание Макрона дать своей супруге должность первой леди, которая оплачивается из госбюджета.